Доброе утро, мои дорогие. Вот какие тюльпанчики еще раскрылись. Вон один еще не раскрылся. Вот. А сегодня у нас среда. Сегодня цыганский рынок. Ой. Вот. Так что мы едем на развлекуху на нашу, на местную. Копеечки есть еще? Сейчас я посмотрю. Я тебе ложила вчера тогда мелочь. Куда? Кошелечек. Кошелечек? Кошелечек. Значит, лежат. Кошелечек. Угу. Машин сколько на рынок, все съезжаются. Техника на грани фантастики. Собрано из-за всего. О, сколько всяких елки, палки. Так, мы куда пойдем, Арс, сначала? Пойдем туда, где эти, ну, землю-то посмотрим. А, Пасха скоро. Цветов сколько? Здравствуй. Здравствуй, Леночка. Не узнала. Богатая будешь. Да, спасибо. У меня уже знакомые, видишь, встречаются на рынке. Ребят, налево. Ну, земли-то не видно. Плохо. В Севастополе прямо на улице большими мешками продают. Угу. Нету земли тут. Так, ну что нам надо, Ира? Картошечки нам надо. Картошечки надо на выходе. Такую взять. Видишь уже? Рассадки. Ее крафтить, не знаю, что это. Глажи где-то. Глажи и
плотная кожа. Я когда играла... А капуста? Капуста вот. Она животная. Ой, сколько вся красота. Ну это у тебя сейчас нет аппетита, а потом-то появится после обеда. Всего-всего. Кабачки у кого 70 рублей, у кого 100. Яблоки по 30. А? Даже луковую шелуху продают, яйца скрасить. Чего только нету. Так. Клубника, конечно, мятая вся. Капитана или шахтера? На самом деле, знаешь, как выглядит? Потому что чем больше, тем меньше. Надо убирать парни. Знаешь почему? Он самый сильный? Я с бакансой или... С Ренсанной ходить по магазинам и по рынкам – это прям беда. По одному ряду туда, обратно. Я так не хожу. Я приехала, купила, что мне надо, и ушла. Вот это вот. Паштет, 5 на 100, слышишь? Чтобы быстрее раскупали? Да. Так. Нет, ехали на рынок, ничего нам не надо было. Угу. Нагрузились опять, как ишаки.
Сейчас надо такси вызывать. Будь здоров. Сейчас еще картошку притащат. А что, вроде ничего не надо. Приезжаешь. И то надо. Ой, да господи, чудо какое. Они их цитрусами можно кормить? Можно, если едят. Едят? Они сами выбирают, что им можно. На, будешь? Будет, это ж, что хотят, тут пускай едят. Смотрите, хорошенькие. Ты же в Мурманске не увидишь таких живых. Ну, а чего, неинтересно? Мне нравится. Хорошенькие такие. Смешные. Покупайте. Куда? На балконе будете держать. Будет вас будить утром вместо петуха.